Молодец, бери. Да ну, говорит, надоели уже. Своими грушами, яблоками, говорит, надоели уже. Потапыч раз и проглотил, да? Это нет, это по чуть-чуть. На ушах смотри, сколько налипло уже. Вот налипло это все. Я поняла, то, что шерсть стекает, когда она спит. Да. Ну. О, как отлично. Лягу, говорит. Лягу. Вот. Да я вижу. Надо просто взять да обрезать ее. Она ее снова выкопает. Надо засыпать просто. Она ее достанет. Без нее это мыши. Там туннели свои, мыши прокопали. Поймала. Угу. Поймала. Не надо кидать, говорит. Не надо. Я, говорит, поймаю. Там тебе такое вольерище делают. Скорее всего, ты переедешь в Потапкин. А Потапок в новый. Ой, так еще же надо будку. Берлог. Она, может быть, не будет в будке жить, Потап, чем пахнет. Будет. Вон она, на Мишкином месте, с удовольствием. Сенька так спит.